Никакой дрожи на руле, блядь. Старые диски, новые старые колодки. Опять сегодня ебался, блядь, полдня с этими тормозами, блядь. То есть завтра должны приехать новые диски фирмы Птимаш. А вот теперь думаю, а нужны ли они вообще? Маленько уводит в правую сторону, поскольку разъебан правый краб. Ну а так все как бы устраивает. Полное видео будет чутка попозже.